Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильное зеркало-видеорегистратор от компании Phantom, модель RM52 DVR Full HD. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри находится инструкция по эксплуатации само зеркало. Зеркало-накладка идет. Накладка на штатное зеркало. Угол обзора камеры 140 градусов у данного видеорегистратора. Угол наклона и поворота также можно выставить. Корпус полностью из пластика. Здесь у нас находится сенсорное зеркало, сенсорный экран диагональю 5 дюймов. Кнопка включения-выключения в нижней части находится. Разъемы имеются. Это разъем мини-USB для зарядки. Аудио-видео вход для выносной камеры, также слот под карты памяти microSD. По аксессуарам в комплекте выносная камера с подсветкой, монтажный комплект под нее, резинки, фиксирующие зеркало на основном, гарантийный талон и адаптер питания, прикуриватель на 12 вольт. Зеркало мы сейчас подключим на питание и пройдемся по его меню. Подключили видеорегистратор на питание. В данном регистраторе имеется три режима. Режим видеозаписи, режим фото, также режим просмотра уже записанных ранее файлов и основные настройки. По основных настройках это работа экрана, автоотключение можно выставить, автоматическое отключение питания, также частота освещения, звук кнопок, настройка языка, настройка даты и времени, LDVS, функция включается-выключается, также форматирование карты, настройки, сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения по настройкам видео. Это разрешение, максимальное разрешение Full HD, далее вывод второго канала на экран. Циклическая запись выставляется, интервал записи также выставляется. Включение-выключение HDR режима, экспозиция, датчик движения, метка даты и времени на видеофайле. Устанавливается датчик движения, вернее датчик удара, G-сенсор, настраивается чувствительность. Включение-выключение записи звука и также режим парковки. При покупке на данный видеорегистратор зеркала обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.